Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный картофель в духовке с грибами. Рецепт в описании под видео. Картофель чистим, моем, режем кружочками. Солим. Хорошо перемешиваем. Картофель выкладываем в смазанную сливочным маслом форму. Заливаем водой. Ставим духовку на 180 градусов. Лук обжариваем на растительном масле. Добавляем шампиньоны. Добавляем соль. Перец, сливки. Тушим несколько минут и выключаем. Через 50 минут достаем картофель из духовки и сверху выкладываем грибы. Посыпаем твердым тертым сыром. И ставим в духовку еще на 10 минут. От такой картошечки не откажется никто. Сверху посыпем зеленью. Желаю всем приятного аппетита, удачного дня. Заходите к нам, подписывайтесь. У нас очень много вкусных и простых рецептов. До новых встреч. Пока-пока.